покупает мне все. Я бы еще купила такую длинную, которая такая просто как колбаса такая, но что-то тут нет таких. Сплетенная, что ли? Ну да. Ну, мы, возможно, на целую елку в этом году еще не тянем пока что. Это надо игрушки покупать. Игрушки и место. Место все потом это хранить. Вот, может быть, какой-то венок возьмем. Они пахнущие такие прям очень сильно. Нет, ну, этот, по-моему, тоже не очень пахнет. Шишка. Как будто бы не пахнет. Да. Пахнет вон тот, наверное. Какой? Ну, то, что красивый. Вот этот вот пустой? Этот, да. Угу. Вот эти пахнущие. Ну, давай. Пожирнее какой-нибудь. А сколько он выбрать стоит? А вон сзади там есть ценник на нем. Кольцо, ринг, венок. Цены нету здесь. Цены нету. Ну, будем надеяться, что нам не придется брать кредит на этот венок. Я знаю, куда я его повешу. Это где плита стоит, и там кафель выложен. Только там надо гвоздь какой-то вешать. Ну, сделаем или на двухсторонний скотч какой-нибудь крючок приклеим. Да, она тяжелая, она отвалится, мне кажется. Классно. Классный венок, душистый такой. Вообще мы сейчас... Апельсинов наклею туда и этих палочек корицы. Классно. И палочки корицы, апельсины, будет необычный венок у нас. Вот это да. Целое гнездо. Украшательство не очень. Я вот такое хотела. Бревна, палки. Вот на улице полно палки от березы. За них еще деньги платить. Я видела такую поделку. Вот так вот на окнах, короче, повесили вот так. И тут эти мандариновые. Висюльки. Да. Прикольно. Давай возьмем. Березовые палки. Покупаем. Хорошая вещь. Как не взять. Там еще шишки. Сколько такой Санта стоит, интересно. Не вижу ценники. $300. Елочка. Это получается... Искусственная, да, но так и не скажешь. Это все искусственные елки, это тоже искусственное. Нравится такой запах? Да, очень хороший запах. Крутой вообще запах. Это какие-то палочки, что ли? Ароматические, для поджига. Для поджигания. Нет, по-моему, просто их вешаешь. Да? Прикольно. И не воняют, или ставишь где-нибудь. Ну да, классно. 5? Да, можно. Берешь обычный какой-то венок. Можно венок какой-то взять другой, если тебе нравится. Нет, я хочу сама украсить, как я хочу. Ну вот эти цветы красные, они есть и живые продаются, получается, в отделе живых цветов. Я не знаю, что это такое. Пензетия. Красная шелковая панзетия. Что это за цветы? Они там живые такие же продаются? Я не знаю, какие-то новогодние. Видимо, да, рождественско-новогодние какие-то, что прям вот любят их на Рождество, на Новый год продавать. Железный шар. Да? Точно похож на железо ржавое, да, какое-то железо. Старинные, красивые, да, игрушки? Ну да. А интересно, где-то еще отдел есть с игрушками? Так вот нет, наверное, здесь все почему-то одна коробка и цены нету, что ли. Не вижу. И вот таким вот будем декорировать. Украшать тоже. Будем так вот. Украшательство. Палочка с корицей. На елочку на эту. Апельсины, грейпфрукты. Вот такая игрушка будет пахнуть тоже. Корицей, апельсинами. Вот здесь у нас будет венок висеть.
Процесс тут идет. Творчество. Тут корица, апельсины и грейпфруты. Такой венок получился. Сверху бант из ткани. Три игрушки снизу. Птица вот такая. Может, еще кто-то подсядет. Здесь корица с апельсинами и грейпфруктами. И вот такой еще миксер к нам пришел. KitchenAid. Машина для кулинарных батлов. Сюда насадки тоже сверху подцепляются, как мясорубка. Тут лапшу делать. Мельница для муки и зерна. Молоть, короче. Зерно молоть. Мельница. И вот тут апельсиновые палки, я их называю. Апельсиновая палка на окне повисла. Вот так выглядит вблизи. Чуть-чуть подрассохся. Мандарин, что ли, или что это с ним? Или он такой был? Он такой был. А-а-а. Тонко сильно отрезала. А, какой-то Тупак поехал. Или Джей-Зи. Может быть, даже это Экзибит проехал. Прокачивать свою тачку на прокачку. Вот такая вот штука.